Ford Fiesta выезжал со второстепенной дороги на главную дорогу, занял крайнее левое положение. По главной дороге двигался автомобиль Toyota Camry черного цвета по правой полосе. И, не справившись с управлением, залетела на сугроб. Как нам стало известно, водитель черные Toyota Camry вместе со своей 12-летней дочерью были доставлены в 4-ю больницу скорой неотложной помощи с подозрением на ушибы мягких тканей.